Мам, можно я схожу погулять? Сначала покажи мне дневник. Никакой улицы. Ты наказан. Родители закрыли дверь на ключ. Хорошо, что у меня есть запасной. Ой, мама должна думать, что я всегда в комнате. Она не должна меня больше нигде видеть. Пора проведать сыночка. Сынок занимается, не буду ему мешать. Если мама зайдет, надо, чтобы она подумала, что я занимаюсь. Нужно найти учебник по математике и положить его на стол. Отлично, теперь можно заняться побегом. Наверняка я найду что-то полезное в кладовке. Только вот, чтобы туда попасть, нужно найти ключ. Мне показалось, или я что-то слышал? Мешок с землей. Может пригодиться. Показалось. Пора обыскать кладовку. Пора проведать сыночка. Сынок занимается, не буду ему мешать. И как же мне может помочь этот мешок с землей? Неужели опять туалет сломался? Сколько можно? Отлично, папа ушел из комнаты. Я знаю, что у родителей где-то спрятан сейф. Нужно его найти. Звук? Кажется, показалось. Блин, нужно где-то найти пароль от сейфа. О, кажется, на этой бумажке код от сейфа. Только его невозможно разобрать. На кухне точно найдется то, чем можно процедить бумагу. Мама постоянно находится на кухне. Как бы ее отвлечь? Опять этот кот уронил мой любимый цветок. Супер, теперь можно обыскать кухню. Сделано. Пойду продолжу готовить. Я знаю код. Теперь я могу открыть сейф. Я знаю код. Теперь я могу открыть сейф. Наконец-то я починил этот дурацкий унитаз. У меня есть ключ. Наконец-то я могу сбежать.